Это искусственно придуманный праздник для того, чтобы властям, которые с народом никаким образом не соединены, вот, ну, как можно дольше занимать свои кресла, продолжать эту грабительскую политику, продолжать и внешнюю политику, подчинение западным структурам и так далее. И поэтому они придумывают разные вот формы, чтобы народ, ну, не взбунтовался, будем говорить. Это искусственно придуманный праздник. Народ объединяется вокруг какой-то великой идеи, вокруг какой-то цели, вокруг, может быть, там битв или наоборот, там каких-то вот грандиозных успехов. Но вокруг вот просто лозунгов, что давайте объединимся, никогда не объединялись. Объединяется во имя чего-то. Вот. Сегодня такое социальное и политическое расслоение в обществе, которого, ну, Россия с 17-го года, пожалуй, не знала. Вот. Сегодня власть оторвана от народа, олигархат. Значит, сегодня выкачивают все соки из народа и... плюс природные ресурсы, выведенные из общенародной собственности, общенародного достояния. Вот. Поэтому вот это искусственные вот эти матрешки, которые там, значит, лепят в виде Дня народного единства, ходят и отмечают эти праздники, кому приказывают. В основном чиновничий класс. Они вынуждены делать. А так никакого единства нет, потому что нет объединяющей идеи. Нет. Понимаете, вот преемственности исторической традиции нашей, тоже с традиции справедливости, справедливости во всем. И нет, конечно, цели. Мы до сих пор не поймем, какую Россию нам вот этот олигархат, эта власть выстраивает.